Несмотря на дождь, участники мотопробега отправились по дорогам Кургана. Не каждый день тебя сопровождает патрульный экипаж ГИБДД. Слоган «Шлем всему голова» собрал колонну из 12 мотолюбителей. Тем самым сотрудники госавтоинспекции хотят донести до всех участников дорожного движения сведения о том, что именно хорошая экипировка и мотошлем сохранят жизнь в случае ДТП. Уже в мае этого года зарегистрировано 3 происшествия с участием мотоциклов. К сожалению, бывают и печальные последствия, когда водители мотоциклов погибают на дороге именно не по своему нарушению правил дорожного движения, а из-за того, что водители не видят водителей мотоциклов и не предоставляют им преимущество в движении. Поэтому мы также будем сегодня обращаться и к водителям о том, что водитель мотоцикла – это такой же равноправный участник дорожного движения. Необходимо быть более внимательным на дороге. В летний период на зауральских дорогах в большом количестве ездят любители двухколесного мототранспорта, в том числе и несовершеннолетние. Одна из наших, так скажем, основных целей – это как раз пропаганда мотодвижения и пропаганда безопасности мотодвижения. То есть привлечение, точнее, обращение внимания как самих мотоциклистов на безопасность, так и обращение внимания других участников дорожного движения на нас, чтобы нас замечали, нас уважали. Кто-то любит мотоцикл и управлять им, а некоторые предпочитают сидеть на заднем сидении. Жена мотоциклиста и участница акции призывает всех участников дорожного движения быть вежливыми. Уважаемые водители автобусов, маршруток, пешеходы, давайте соблюдать правила, уважительно относиться друг к другу, улыбаться. Ведь самое дорогое, что у нас есть, это наши жизни. И давайте сбережем их и себе, и другим. Опытные мотоциклисты говорят, экипировка – обязательный атрибут, а вовсе не предмет роскоши. Она поможет дополнительно обезопасить себя при падении. И речь идет не только о царапинах и стертой коже. Шлем защищает голову от травм, куртка и так называемая черепаха – позвоночник. А мотоботы сведут к минимуму вывихи. Управлять мотоциклом – истинное удовольствие, но в то же время большая ответственность. Железный конь имеет строптивый нрав и не каждому по зубам. Поэтому необходимо соблюдать правила дорожного движения и не забывать про элементарные средства защиты. Лариса Драгункина, Илья Урванцев, Лидия Кагородцева. Информационное агентство «Курган.ру».